идет? Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьет! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Семью, да сбежать на Ганзу. Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. Терпеть эту муть. А кто же будет сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуемся. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ну слушай, сам посуди. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Почему, интересно? Да потому что у нас порядок, понял? Порядок. И если мы не будем этот порядок наводить на других станциях, все, хана всему, Рагнарок нах. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. А? Ты, красные, тревога! Тревога! Красная! Где красная? Тревога, брат! Ничего, найдется.
У меня на мутантов чутье. Значит, трусит. Ушел, собака. Точно ушел. Ну что, пошли искать комиссарчика? Ну пошли. Только может и не комиссарчик это. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Нету. Прячется мутант. Значит, трусит. Ничего, найдется. У меня на мутант. От нас не спрячешься. Ну, я тебе. Найду. Точно найду. Прячься. Недолго осталось. Нету. От нас не спрячешься. Вот же... Урод проклятый. Только прятаться и может. Охрану.
Ну-ка, муняка, ты допрыгался! Слышал раньше историю о метро 2 и невидимых наблюдателях? Нет. Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метро – для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. В начале начал, когда пастухи не утратили еще власти над стадом, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, они находились на Сокольнической ветке, где-то за спортивным. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается навеки. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование метро 2 становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро 2 и сегодня вокруг нас. И его дороги облетают перегоны нашего метро. Кто его здесь? Блядь, солдат! Я пустёк!
Потери!
Артём, братишка, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Страх. Мы слабы. Это конец. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Мы фашистен, приехать захватить ваш станция. Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с Черной. Ну ладно, проезжайте. Ладно, пошли. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании.
Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово. Я в туалет хочу. Раньше надо было, а пока подождешь. Ну, папа. Никаких ну. Ну, а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артем? Я Мельник. Рассказывай. Налетай. Сюда. Разбирай. Бери их, совсем пошли, немного Артем. Осталось. Мельник ждать не любит. Отличное оружие. Не пожалеешь. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Отличное оружие. Не пожалеешь. Бери, их совсем немного осталось. По рукам. Только у нас спецпредложение на станции. Скидки. Лучшие пушки от лучших мастеров. Подумаешь. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Кидался, братела. Надо бы. За тебя! Вот оно тебе надо. Нехрен делать чисто. Вечно ты так. Нажрешься. Надо же! Новое лицо! Делать мне нехрен. Ну же, угощайся. А у нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили они. Да вы ж на постой, говно. Ну не суть. Короче, мне набухались, но решили добавить. Тю, так это разве набухались? Да тоже мне добавить, это же завсегда. И вообще, чё у меня? Я вам чё, мешал? Ну все, типа, двигай дальше. Ну так вот, двинули добавить. А тут типа опа, и уже в туннеле. Это мляка. Типа я знаю, ща мне на руку наступили на выходе из кабака, и тут опа, туннель. Хорош домогаться. Ну подожди. Сюда нельзя.
Сейчас зона особой опасности. И тетя Надя нас готовит. По стенке снимаются типа. Кто они? Ну типа не наши. Мы, бля, на них, типа шкараман. А такие же, бля, жлобы здоровые. Еле-еле мы их работали. По карманам, а там хер ночевал. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Двинули. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.